специально для вас я нахожусь в Турции, регион Кушадасы. Отель, который мы будем инспектировать, называется Grand Shahid. Отель, ресорт, в переводе, нам сказали, это переводится как «Орел», ну или мужское имя. Ресепшн. Так, идем дальше. Это у нас ресторан. Столики. Сразу же здесь у нас балкон с видом на море. Вижу уже пирс. Понтон. О, прозрачный. Ничего себе, крусь какая. Прозрачный пол. Идешь и... Давайте покажу. А вот здесь вот такая вот трещинка. Поэтому страшно. И снизу у вас бассейн. Пляж здесь такой же маленький, как в соседнем отеле. Видите, полосочка совсем ни о чем. И понтон. Ой, когда кто-то хлопнул дверью, пол качнулся. Очень страшно. Вы хотите, чтобы он провалился, да, туда, я так понимаю? Ну, давайте. Порадуйте, нам такой кадр нужен. Опа, номер 102, стандарт семью. Давайте посмотрим. Ванная комната. Душ. Здесь есть даже такой вот тропический мини-душ. Кабинка душевая. Ванны тут нету. Так, покрытие у нас ковролин. Две кровати, видите, мебель. Не новая, но и не очень старая. Сейф вмонтированный в стенку. LCD-телевизор, малютка. Здесь же у нас холодильник с баром и две бутылки воды, стульчики и прямой вид у вас на море. Вышли, сидите, балкон большой. Здесь очень интересно, прозрачный пол стеклянный. Правда, он уже везде потрескался, поэтому по нему ходить вдвойне интереснее. И вот такая красота открывается у вас. Кондиционер индивидуальный, сверху, вот он весь номер. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, это будет самое лучшее спасибо от вас. Расскажите про мой канал вашим знакомым, друзьям, рекомендуйте его. Также пишите ваши отзывы, комментарии. Если вы отдыхали в этом отеле, обязательно напишите ваши впечатления, буду вам очень за это признателен. Спасибо вам, что смотрите меня. Номер 101, тип свит. Заходим. Покрытие здесь у них ковролин, как в соседнем номере. Его сейчас убирают, поэтому душевая кабина. Здесь душ обычный. Раковина. Фен большой. И здесь есть душ практический. Вот видите, ванны нету. Идем дальше. Большая комната, здесь две полуторные кровати,
Рядышком, вот видите, большая одна кровать. Кондиционер индивидуальный. LCD-телевизор. Балкон с видом на море. Как в соседнем номере. Здесь балкон больше, чем в соседнем. Сейчас посмотрим. Стоят три кресла, стол. И вот он вид. И еще разок. Большой номер. Бар. О, тут есть тапочки. Не обратил внимания. Оп-оп-оп, холодильник. Пусто. Шкаф для вещей. Вот он. Здесь у нас сейф. И полочки. Все. В коридоре у них тоже ковролин. Прайс-лист на спа-центр. Идем с вами на пляж, бассейн, здесь же бар, и за спиной у меня спа-центр. Пришли с вами на пляж, пляж узкий, грязный, мутный такой. Галька. Ой. И пирс. Рядом есть пирс. Вот он сам весь отель. Если вы хотите на отдых в этот отель или в другие отели, вы можете воспользоваться нашим сайтом viking.by. Заходите, там есть удобная система онлайн-поиска. Мы ждем вас. Друзья, спасибо за ваш просмотр. Если вам понравился данный видеоматериал, подписывайся. Здесь снизу есть большая кнопочка, нажимайте на нее. Приглашайте ваших знакомых, друзей, просите их тоже подписаться. Я буду вам очень признателен. Это помогает мне развивать данный канал. Ваша подписка, ваши комментарии, ваши отзывы дают возможность сделать канал этот лучше. Если вы хотите поехать на отдых и вам нужна помощь, обращайтесь. Мы с удовольствием организуем вам поездку в любую страну мира. Мы занимаемся этим профессионально уже больше 10 лет. У нас есть для вас удобная система онлайн-поиска на сайте pay.viking.by. Там можно самостоятельно подобрать тот отдых, который вы хотите, и оплатить безналичным путем, не приходя даже к нам в офис. Сейчас в условиях коронавируса это, в принципе, очень-очень актуально. Спасибо вам за то, что вы смотрите меня. We'll be right back.